Всем доброе утречко. Ой, ребят, слушайте, 10 утра, а у нас уже на градуснике 32 градуса. Обалдеть, как же резко пришла к нам жара. И наконец-таки распустились мои нарциссы, зацвели. Буквально за ночь, я вам скажу. Вчера половина бутонов были закрыты. Вот. Но у меня обычные. Вот в храме у нас такие какие-то красивые, там они как пионы, а у меня такие обычные. Надо будет купить, посадить еще других. И эти, кстати, тоже рассадить. Форзиция, у меня еще маленький кустик, но уже, вот видите, зацвела. Ой, слушайте, ну прям жара. Жара, жарища. Розу обрезала, как вы мне советовали, всю черноту срезала. Вот видите, листики идут снизу. Значит, выжила. Ну и хорошо. Мне сегодня нужно еще съездить на Валберес, мне там поприходили семена, бархатцы заказала и заказала еще, скажите, ой, забыла название, типа звездная пыль или что-то, в общем, ковриками хочу вот на вот тех маленьких клумбочках тоже посеять. Ну, конечно, это все намного раньше нужно было сеять, но надеюсь, что еще вырастет. Слушайте, я не знаю, что это такое, у меня то лягушки какие-то во двор приползают, то вот какие-то жуки, смотрю. Я даже боюсь брать. Не знаю, что это. Майские жуки, что ли, поналетели? Смотрите, 4 штуки вот на пороге. Я сейчас возьму веник и совок. И куда-то их в травку отнесу. А то они почему-то тут попереворачивались. Вот, на спине все. Обалдеть. Плюша. Гулять пойдешь? Нет? Да выходи. Погода такая хорошая. Пойдем, травку пожуешь. Плюша, кто это? А? Что за жучки к нам прилетели? На порог. Ну, Плюша их не тронет. Скажи, я такое не ем. Могу только понюхать из любопытства. Да? Плюш, классно на улице. Пойдем, травку пожуешь. Не хочешь? Она вчера наелась, гуляла со мной, пока я там в саду занималась, и травку жевала. Кошки, говорят, так чистятся. Ой, ну все, надо понежиться, понежиться надо, позагорать на солнышке. Пойду я возьму сейчас совок с веником, вымету их отсюда. Все цветет, благоухает, как же я люблю апрель. Уже распускаются первые тюльпанчики у меня. Жалко, конечно, что их очень мало осталось. Ну ничего, посею здесь бархатцы, как уже говорила, между тюльпанами. И будет красота. Малина уже тоже листочки выбрасывает, молоденькие. Спасибо, мои хорошие, за ваши советы. Полили мы вчера клубнику удобрением. Ее, конечно, очень много пропало, но все-таки больше 30 кустиков осталось. Уже хорошо. Надеюсь, выживет. Вот. Нужно будет, наверное, по осени засаживать свежую. Смотрите, друзья, что еще вам покажу. Как-то пару месяцев назад с утра я ела авокадо и решила косточку не выбрасывать, а просто засунула ее вот сюда, в цветочный горшок. И полила святой водичкой. Вот. Ну, честно сказать, я так скептически отнеслась. Думаю, ой, ничего, наверное, не получится. Пусть она у меня здесь побудет, потом выброшу. А тут смотрю, друзья, она треснула. И пошел росточек. Вот, смотрите. Вот так. Скоро буду плоды авокадо собирать у себя во дворе. Но, правда, не знаю, что теперь с ней делать дальше. Пусть пока, наверное, здесь как-то, может быть, окрепнет, да? А потом пересадить куда-то в сад или на клумбу, где, наверное, затишье какое-то. Вот. Поэтому вот такие вот у меня тут эксперименты, друзья. У меня сегодня легкий рабочий день. Всего лишь 2 человека. Потом буду продолжать заниматься домашними делами.
пока я работала, поднялся ветерок. Наверное, принесет нам какие-нибудь тучи. К вечеру обещают дождь. Эх, обидно. Я только вчера окна понамывала во всем доме. А у нас просто дорога гравийка. И получается, машины едут, и вся пыль летит в окна. А вот, и после дождя они снова будут пыльными и грязными. Ну ладно, до Пасхи еще есть время, помою еще раз. Что ж теперь делать? Я съездила на Валберес, забрала семена цветов. Бархатцы, которые хочу посеять между тюльпанами, я вам рассказывала. Здесь 8 упаковочек, они вот такие вот все разные. Но надеюсь, хоть что-то взойдет. Если не взойдет, у меня это не мудрено. Вот, ну, по крайней мере, попытаюсь. В общем, бархатцы. А на две маленькие клумбочки здесь во дворе хочу еще посеять вот такой арабис альпийский волшебный ковер. Видите, какой красивенький. Вот. И на вторую клумбочку маргаритка многолетняя. Тоже симпатичные такие цветочки. Надеюсь, хоть что-то зайдет. А эти тоже мне понравились. Просто заказала, не знаю, вот такая натера с желтыми цветочками. Тоже посею где-нибудь там на клумбе. Ну, дай бог примется хоть что-то. Вот. И забрала шампуньку Ладор. Я в прошлый раз заказывала вместе с кондиционером, но шампунь заканчивается, а кондиционера еще целая половина. Поэтому в этот раз я не стала заказывать в паре, а заказала чисто шампунь. Вот такая вот идет бутыль. Получается, здесь у нас 530 миллилитров, 700 с чем-то рублей, не помню точно. Ну и заскочила в магазин, взяла немножечко овощей на салатик, огурчики пахнут. А вот помидоры. Ой, куда ты убежал? Подожди. А вот. Взяла немножко грибочков, шампиньоны. Ну, я пока пост люблю, чтобы они у меня всегда в холодильнике были. По чуть-чуть покупаю. Не знаю, может быть, супчик сварю. А, взяла баночку шпрот. Сейчас расскажу, для чего. Сок апельсиновый, сок томатный. Сахар, друзья, да, сахар. Сейчас все расскажу, для чего, что. Постный майонез и ванилинчик. Вот, в принципе, все покупки на сегодня. Присяду на 5 минут отдохнуть, но и заодно расскажу вам, для чего, собственно, купила соки, сахар, шпроты, постный майонез. Дело в том, что завтра у нас праздник Благовещения, с чем я от души поздравляю всех православных, желаю всем крепкого здоровья и чтобы в вашей жизни всегда были только благие вести. Вот, а послезавтра, 8 апреля, у меня день рождения. Ну, вы знаете, обычно мой день рождения выпадает в пост, да, и я в этом году решила, что не буду отмечать свой день рождения от слова совсем. Ну, во-первых, потому что это понедельник, Лёша весь день на работе, домой приедет только к 7 часам вечера, да, вот. А, ну, куда-то ехать уже поздно в это время. В прошлом году мы хотя бы на источники с ним и в горы съездили, отдохнули, а в этом году вот как-то так. Да, честно сказать, желания особо нет. А, можно было бы, конечно, там дома организовать какой-то ужин, да, пригласить гостей. Ну вот нет у меня желания стоять у плиты. Там это, знаете, не день рождения, когда потом уже вечером язык на плече. И не хочу я так, честно. Вот, поэтому решила в этом году не праздновать никак свой день рождения. Ну, по крайней мере, ничего не планирую, а там как получится, как Бог управит. Вот, ну а завтра Благовещение, такой великий праздник. И завтра, кстати, можно рыбку, кто не знает. Вот, и я решила, что все-таки после литургии у нас будет праздничная трапеза. Ну, мы как бы так чисто в своем кругу, скажем так, да, все равно будем обедать после литургии. И хочется мне все-таки отнести какое-то угощение в храм, потому что я знаю, что все равно меня все мои поздравят. Вот, поэтому я решила, что я испеку постный торт. Рецепт этого торта, друзья, я увидела на Ютубе. И мне очень понравился. Я именно такой торт еще ни разу не пекла. Надеюсь, что получится. Но я сейчас, когда буду готовить его, обязательно поснимаю, покажу вам. Вот. Я раньше пекла постные торты, но только бисквитные. А этот, он именно выпекаются коржи. То есть на вид он похож на медовик. И крем делается из апельсинового сока, а в тесто добавляется томатный сок. Я когда увидела, удивилась, но женщина, которая снимала этот рецепт, сказала, что вкус томатного сока в тесте вы не почувствуете совершенно.
Ну и вот как бы мне интересно, сегодня попробую. Ну и отнесу завтра тортик, потом хочу приготовить бутерброды со шпротами, с постным майонезиком, с чесночком. Ну, как я обычно их делаю, батон обжариваю на сухой сковородке, потом натираю чесночком, постным майонезиком, шпротинка и долька помидорчика, долька огурчика, веточка зелени. Очень красиво и вкусненько. Вот. И что еще? Куплю рыбу свежую и какие-нибудь овощи. Может быть, пекинскую капусту, не знаю, посмотрю, чтобы сделать какой-то овощной салатик. Ну, в общем, какое-то такое небольшое угощение отнесу в храм. А так, в принципе, больше именно конкретно на мой день рождения планов никаких. Поэтому все, сейчас собираю волосы, начинаю печь торт. Ну и, конечно, все вам подробно покажу, расскажу. Первым делом я сварю крем, так как он потом будет очень долго остывать. Поставила кастрюлю на огонь и налила сюда апельсиновый сок. Далее насыпаю сахар. Тщательно все размешиваю. И мне нужно этот сок довести до кипения. Девчат, я все пропорции напишу в описании под видео. Но опять же, я делаю все в двойном размере, так как мне нужно, чтобы торт был большой, чтобы хватило на всех. Вот видите, сок уже начинает закипать. И теперь я постепенно добавляю манку. При этом быстро и тщательно помешивая, чтобы не образовались комочки. Уменьшаю огонь и буду варить, пока не загустеет мой будущий крем. Вот видите, получается вот такая апельсиновая манная каша. Сейчас буквально еще 3 минуты выключу, вынесу на улицу, чтобы быстрее остыл. Но периодически нужно помешивать, чтобы не образовалась сверху корочка. И после того, как он полностью остынет, мы его будем взбивать миксером. И он превратится в прекрасный, белый, густой, настоящий крем. А запах потрясающий. Апельсином пахнет на всю кухню. Ну, вот так. Я думаю, что в принципе достаточно по густоте. То, что нужно. Пока крем остывает, я займусь тестом. Налила в чашку томатный сок. Сюда добавляю сахар. Размешиваем. И пищевую соду. Тщательно все размешиваю. Видите, образуется пена. В этот момент гасится сода. Томатный сок белеет, светлеет, правильнее сказать. Дальше добавляю сюда растительное масло. И теперь вот эта вся смесь должна постоять и отдохнуть минут 10-15. Дальше добавляю муку. И ванилин. Все размешиваем.
Муку буду добавлять постепенно, пока не доведу тесто до нужной мне консистенции. Слушайте, это удивительно, но запаха томатного сока нет совершенно. Пахнет ванилином. Очень приятно. Даже хочу попробовать. Обалдеть, слушайте. Вообще вкуса, привкуса нет томатного сока. Абсолютно. Вот таким должно быть тесто. Как видите, я его хорошо вымешала. Оно абсолютно не липнет к рукам. Все, сейчас уже включила духовку и начну выпекать коржи. Тесто разделила на 9 одинаковых комочков, прикрыла пищевой пленкой, чтобы оно не заветривалось. И теперь буду раскатывать коржи. Духовка уже включила, разогревается. Я ее выставила сейчас на 220 градусов. Но, опять же, вы ориентируйтесь по вашей духовке. В моей духовке коржи будут выпекаться быстро. Каждый корж примерно 3-4 минуты. И вот таким образом раскатываем. В принципе, то же самое получается, как и на рыжик, либо медовик. Вот коржи, как видите. Так. Коржи, как видите, раскатываются легко, не рвутся, тесто эластичное. Я прям даже не ожидала, что из томатного сока что-то может такое получиться. Думала, что будет запах или привкус. Нет, вы знаете, вот попробовала. Не знаю, сейчас еще испечется, я кусочек попробую. Но пока все получается прекрасно. Все, раскатала корж. Противень присыпала немножечко мукой. И вот так вот переношу на него корж. Все. Отправляю первый корж в духовку. И пока он будет выпекаться, я буду раскатывать второй. Первый корж готов. И пока он горячий, я сразу же ставлю нужный мне диаметр и обрезаю, чтобы он был ровненький. Так. Обрезки пойдут на присыпку, пока я их уберу в сторону. Вот такой получается красивый ровный корж. Пекся, все прекрасно. Ну и дальше точно так же буду выпекать все остальные коржи. Крем остыл. Видите, он стал еще гуще. Вот, и теперь я буду взбивать его миксером. Ну и вот, посмотрите, насколько он увеличился в объеме, какой стал густой, белый, классный прям крем. Даже не ожидала, что из апельсинового сока, из манной крупы можно приготовить такой крем. Вот, взбивала где-то на протяжении 5 минут. Сейчас хочу даже немножко попробовать. Слушайте, он такой нежный. Привкус апельсина не сильно сладкий, но сладенький. Но крем еще слегка теплый, поэтому я сейчас уберу его в холодильник минут на 10-15. Коржи готовы, крем готов, обрезки измельчила. Осталось собрать тортик. Получилось много, поэтому не жалеем, что
чтобы коржи пропитались хорошо и торт был нежным. Промазываем хорошо бока. И хорошо со всех сторон обсыпаем его измельченной крошкой. Вот такой, друзья, у меня получился торт. Очень большой. К сожалению, не могу вам показать его в разрезе, так как, ну, вы прекрасно понимаете, да, что я должна его завтра отнести в храм целым. Я еще тут, кстати, Леше кусочек соорудила из одного коржа. Но я думаю, он мне просто не простит, если я не дам ему попробовать, так как ходит тут кругами, пахнет на весь дом ванилином, апельсинами. Вот поэтому кусочек ему тоже приготовила. Ну, а этот сейчас уберу в холодильник, пусть пропитывается. Очень хорошо промазала его кремом, как видите, даже вот весь он колышется. Настолько, я думаю, он будет нежный и пропитанный. Ну, надеюсь, что всем понравится. Так что, мои хорошие, на этом буду заканчивать этот ролик. Сейчас я его еще постараюсь монтировать, хотя время уже 10 часов вечера, а в 5 утра мне нужно будет встать, чтобы приготовить еще бутерброды, которые я запланировала. Вот, и в 7:30 нужно быть уже в храме, так как завтра у нас праздничная служба. Сейчас смонтирую ролик, постараюсь его залить на канал, и, скорее всего, вы его увидите уже завтра. А завтра у нас уже Благовещение, поэтому, мои хорошие, еще раз всех поздравляю с праздником. Желаю всем мира, добра, любви, процветания и всех земных благ. До новых встреч, всех люблю, всем пока!